Привет, дорогие мои! Итак, обзор каталога номер 17. Уже новогодний, со Златой Огневич, в общем, с праздничной упаковкой туши 5 в одном. Полный комплект, и думаю, боже мой, уже совсем скоро Новый год. Вообще, очень люблю, конечно, листать каталоги, много чего интересного здесь есть. Думала, новинка тушь. Оказалось, нет, не новинка. Это тушь 5 в одном, а упаковочка красненькая, такая красивенькая, яркая. И интересное к ней предложение. Если вы делаете любой, ну, заказ из одного любого продукта, даже кусок мыла, то вы можете заказать эту тушь за 34,90. В общем, за полцены. Интересное, конечно, предложение, такой подарок от компании Oriflame, потому что я знаю, очень-очень-очень многие любят эту тушь, просто в восторге от нее. Следующая страничка, это то, что меня заинтриговало очень сильно в предыдущем каталоге на картиночке. Это водичка новая, она называется VIP Night, наверное, так правильно. И опять же, при заказе на 200 гривен с этого каталога можно эту воду взять 40% скидкой. А это вместо 245 гривен 139. Ну, это в Украине, да, но тем не менее 40% скидки. Какой аромат? Страничка ароматизированная. Аромат, вы знаете, у меня такое ощущение, что-то воздушное и золотое. Знаете, как будто бы золотое кружево, и вот оно такое воздушное. Вот ощущение вот такое. Очень интересное, нежненький, очень аромат, но в то же время он такой вот изысканный. Вот знаете, вот, ну, вот у меня ощущение абсолютное, вот знаете, золотое кружево. Вот у меня вот такая ассоциация с этим ароматом. Мужской аромат очень интересный. Мужской мне, конечно, очень понравился. Здесь такие древесные ноты. Сэр Эйбери называется. Мате, черный чай, нота кедра. Интересный очень аромат, опять же, интересная упаковочка такая. И опять, интересная такая заманушка при заказе на 200 гривен. Вы можете взять эту водичку с 40% скидкой. И так весь каталог. Забегу немножко наперед. Получается, если вы делаете заказ на 200 гривен, вы выбираете, что вам хочется. Аромат золотое кружево, ну, в моей интерпретации. Мужской аромат сэр Эйбери. Или то, на что запала я. А я запала на скатерть. Почему? Потому что впереди Новый год, хочется как-то красиво сервировать стол. И здесь, гляньте, какая необыкновенная, такая яркая, новогодняя. Как раз, ну, в общем, то, что хочется мне, во всяком случае. И мне компания Oriflame, как-то была акция, подарила обалденный сервиз белый и с логотипом 45 лет. И на такой скатерти, а при заказе на 200 гривен я ее могу взять с 70% скидкой. 69 гривен – это прекрасная цена для скатерти, размер отличный, 200 на 145. В общем, скатерть, в общем, хочу. Я уже давно смотрю, люблю смотреть дизайнерские всякие журналы, и давно обращала внимание, что вот есть такие интересные идеи, но как-то вот мне такая новогодняя, вот такая яркая такая скатерть как-то в продаже не попадалась. Может, смотрела плохо, не знаю. Но вот здесь, да еще за такие деньги, особенно приятно. В общем, это то, что я буду однозначно брать. Очень много новогодних всяких аксессуарчиков. Возьму себе вот такую интересную штучку, формочку. Здесь написано «Для шоколадок». Прочитала недавно смешной анекдот. Ну, такой, знаете, смешной. Горестно смешной, потому что там пишется, что когда-то раньше человек, который отмерял на кондитерской фабрике ингредиенты, был одет в белый халат и в колпачок беленький, а сейчас в химзащиту и в противогаз. На самом деле это так, буквально вот на днях, когда вчера мы были в магазине, в огромном супермаркете, и все равно хочется каких-то сладостей, конфет и так далее. Стали читать.
нормальных сладостей, нормальных конфет без всяких всевозможных добавок, ну, очень сложно найти. Их практически нет, буквально по пальцам можно посчитать. Ну, белый зефир, и то смотря какой. Ну, не об этом сегодня речь. Но, в общем, очень-очень мало. Даже в элементарно там барбариски берешь или еще что-то, они такого напихают туда, ну, просто невероятно. Вот, а ребенок есть, сладости любит, тем более девочки вообще сладости любят, а я девочка, дочка у меня девочка, вот, поэтому будем делать леденцы. Есть у меня такая идея, вот. Интересная тарелочка с Дедушкой Морозиком, вот такая, да, ну, надо же куда-то эти леденцы складывать. Понравилась мне яркая оберточная бумага для упаковки подарков, потому что есть идея, много подарочков, коробочки попаковать, в общем, интересно, да, пока все откроешь, в общем, длинная такая радость получится. И бумага с сертификатом с восстанавливаемой древесины производится. И, соответственно, 6 листов, она дешевая, 9,99, размер 50x75. В общем, такую бумагу я возьму. Она красивая, такая алая, в общем, такая праздничная. То, что мне интересно. Опять же, солонки. Дедушка Мороз и Снеговичок. Ну, такие интересные. И вот для Тани писала, а чашки нет дизайнерской. Вот чашечка есть дизайнерская, но Татьяна мне уже написала, что ее уже увидела. Да, так что, Танечка, будьте с чашкой. Я думаю, она во всех каталогах и в России должна быть, в том числе, все-таки всего лишь 13-я страница. Должно быть, полагаю, так. Опять же, страничка, да, ну здесь уже для кулинаров. Фартушки детские, я обратила внимание вот на такие елочки. Это будет у нас для печенья, а я пеку, потому что я говорила, да, про противогаз и химзащиту, выпечку такое добавляют. Это не то, что детям, это взрослым есть нельзя. У меня семья обожает выпечку, поэтому у меня есть масса таких быстрых скоростных рецептов, в то же время очень полезных. Поэтому, конечно же, возьму новогодние печеньки, и крестницы наверняка приедут, или мы к ним поедем. Ну, в общем, то, что надо для новогодней тематики. А может быть, мы с крестницами или с крестницей еще и печь вместе будем. Конечно, перед Новым годом огромное количество разных туалетных вод. Я несколько взяла, чтобы вам показать. Но Новый год – много праздничных дней. Ну и вообще это семейный праздник, а где семья, там любовь, поэтому посмотрите аж на несколько парфюмов, которые вот именно для любви идет скидочка хорошая. Ну это вообще Love Potion, это конкретная любовь, и тут хотите не хотите, а аромат свое дело сделает, любовь будет. А вот такой вот, это уже соблазнительный аромат, эликсир любви. Я всегда говорю, можно хотя бы капельку, но вот эти вот ароматы, даже если они вам, казалось бы, не подходят, немножечко под коленки, и аромат будет подниматься вверх, тот, кому надо, услышит, а вам мешать не будет. Поэтому вот эти ароматы, вот перед Новым годом, то, что надо. А если вы еще и не замужем, и гуляете в какой-то компании, и вам надо внимание, в общем... Девочки, секретное оружие. Очень интересная идея, мне понравилась. Пропустила самую главную страницу, сейчас я вам покажу. Почти в самом начале. Рецепт праздничного настроения от Матса Палквиста. Я обожаю читать всякие такие обращения. Вы знаете, в каждой стране, вот когда путешествуешь, да, есть какие-то свои традиции. И очень интересно, и вот этот каталог позволяет нам попутешествовать уже сразу в Швецию. Потому что Матс тут рассказывает, что для него праздник, что у них обязательно на столе должно быть. В общем, у меня сразу слюнка потекла. Про лошадок рассказывает Делахес. Знаете, как в каждой стране, когда приезжаешь, привозишь какой-то конкретный сувенир. Где-то это плиточка, где-то это там Эйфелевая башня, да, или... А вот из Швеции привозят лошадку Делахес. И в этом каталоге можно этих лошадок себе прикупить. И я уже присмотрела. Причем, что интересно, можно в разных вариантах этих лошадок выбрать, какой вам только понравится. Можно взять брелочек. Можно взять вот такую керамическую лошадку. А я себе присмотрела вот такие новогодние фетровые лошадки. Когда-то у нас подобное было, колокольчики. Вы знаете, я как-то проигнорировала, а потом пришла до одной сестрички, до другой, у них на елочке они висят. И так красиво и интересно смотрится. В общем, у меня будут лошадки Делахес. А цена на них вообще не цена. Смешно просто. Вот. А еще здесь пишут,
что если вы сделаете заказ на 200 гривен, в общем, ключевая фраза 200 гривен, если вы хотите быть в выигрыше, 200 гривен заказ с 17-го каталога в шоколаде. 200 гривен с этого каталога, а на 100 гривен с каталога номер один, то вы получаете возможность приобрести парфюмерную воду Валаре за 129 гривен. Цена, во-первых, смешная. Но самое для меня главное, мне очень нравится аромат Валаре. Там аромат розы идет такой, знаете, ну я тащусь от этого аромата. Одно но. На мне он не играет, на мне он совершенно меняет свой аромат и вообще звучит, ну, мне не подходит. А здесь он обновленный, и у меня есть надежда, что он на мне зазвучит, вот как когда-то Джордани, да, вот тех образцов, ну, я не могла ими пользоваться, а вот обновленный с удовольствием. Точно так вот Валаре. А хочется мне, как я мечтаю, чтобы он мне подошел, потому что такой флакончик я вам сейчас покажу, это что-то. Это просто бутон, начинающийся распускаться бутон розы, который лежит, ну, это просто, ну, такой соблазн, это вообще очень хочется, конечно, и смешные деньги, и, а представляете, какой подарок, ну, вообще просто, это вот то, что мне понравилось. А если у вас есть ребенок мальчик, ну или может быть крестник мальчик, то здесь есть полотенце Молния Маккуин 70/50, и на него огромная скидка 70%. Синее полотенечко с тачкой Молнии Маккуин. Опять новогодняя страничка, огромное количество аксессуаров. Что понравилось мне на вот этой страничке? Ну, конечно, есть мочалочка, это интересно, есть маникюрный набор, прикольный маникюр, такой упаковочки новогодний, кстати, отличная идея для подарка. А мне понравились бигуди, они такие интересные, они звездочками. Очень меня они так заинтриговали, их 4 штуки в наборе, и представляете, это, ну, вообще как бы бигуди, всегда говорят, ой, в халате в бигуди там занедбано, да? А здесь не в бигуди, здесь со звездочками, 4 звездочки. Ну, в общем, звезда, понимаете? Прикольно с бигудями, конечно, идея вообще такая потрясная, очень интересная. И размер у них 7/5, 7/5 и 6/1. Довольно-таки крупный бигуди. В общем, заинтриговали меня эти бигуди очень-очень сильно, наверное, я себе возьму, в общем, подумаю еще, конечно, что буду выбрать, потому что очень хочется, но бигуди соблазн у меня вызвали капитальный, конечно. Целая такая страница, не страница, две страницы от дизайнера шведского Валери. И здесь разные сумочки, и бархатные, конечно, на сумочке мне понравилась птичка такая вот металлическая, очень интересно. И очень понравилась косметичка Клатч, потому что она изысканна, она благородно так смотрится. И, в общем, опять же, крепится птичка. Отличная, конечно, вещь, действительно видно дизайнерская. И ожерелье. У меня сестричка говорит, можно одеть просто майку, вот самую простую, я не знаю, спортивную. И вот это ожерелье, и никто не обратит внимания, во что вы там одеты, потому что ожерелье просто прикует к себе все взгляды. Необыкновенное такое интересное ожерелье. А когда я этот каталог только получила, мы в машине ехали. И я уже все, ну, сами понимаете, муж за рулем, а я давай листать каталог. Потом говорю, о, вау, USB-разветвлитель. Сереж, тебе надо? Сережа говорит, ну, муж, что за USB? Читаю, подключает 4 устройства с USB-разъемами к одному порту. Говорит, надо. Потом я говорю, вау, какой интересный наборчик мужской. Здесь и расчесочка. И, в общем, она, я говорю, ну посмотри, вон так, подожди. Не интригуй, говорит, потом расскажешь. Потом уже, когда мы дома приехали домой, он как-то каталоги, знаете, не особо листает. А это, так, где каталог 17? Я же такая, говорю, зачем тебе? Ну как же, говорит, там же мужские наборы. Говорит, дай погляжу. Интересный набор для ухода за обувью.
Если куда-то едете, очень интересно, да, с собой взяли, там и щетка, и крем кинули, очень удобно, ничего не вымажется, да. Очень необычный, интересный подарок, потому что мужчинам вечно не знают, что подарить, а ну, мужчины всегда в туфлях, надо накремить, в общем, чтобы красиво было. Ну и даже просто где-то на обувную полку положить, тоже красиво, в косметичке, компактно, в общем, интересные такие идеи мужских подарков. Ну, в общем, есть из чего выбрать, ну и, конечно, очередной набор инструментов. Куда же без него? Ждала, думаю, ну когда же появится крем для кожи вокруг глаз из обновленной коллекции коллаген? Появился. Ура! С роликовым аппликатором. Написано, буду устранять припухлости, темные круги вокруг глаз. Но это однозначно буду брать, потому что кожа вокруг глаз это вот то, что... Вот. Стареет как-то почему-то. А здесь стволовые клетки растений. И на 200% восстановление коллагена. И на треть разглаживания морщин. И не визуальное разглаживание, а настоящее разглаживание, когда они изнутри выталкиваются, потому что есть разница. Сверху вроде бы как там разгладили, скрыли, смаскировали, да, или отшелушили и сняли верхний слой, за счет этого кажется, что она не такая глубокая, а именно изнутри, потому что только если изнутри выталкивается морщина, это действительно уже крем от морщин. Это значит не визуально, а по-настоящему морщина становится менее глубокая. Поэтому, конечно, с нетерпением ждала крема. И вот он появится в 17-м каталоге. Так что жду. Потрясающий набор на страничке 65. Власть над временем. Мы знаем, да, наша кожа стареет по трем принципам. Потеря влаги, фотостарение, гормональное старение. И вообще, буквально недавно гормональное старение считалось, ну вот, все, оно пришло. Принимайте, как оно есть. И вот эта вот коллекция, да, она уже убирает гормональное старение. Это круто, аналогов, насколько я знаю, нет. А здесь наборчик, вы видите, всего 229 гривен. Ночной, для век и сразу очищающее средство. Прекрасный набор, вот как для мамы, допустим. Ну или для себя любимой, если возраст позволяет. Очень порадовало, что внесли опять коллекцию Ланг и Ланг, потому что коллекция бесподобная, она мне очень нравится. Пользуюсь я этой коллекцией. Масочкой. Ну и полотенчики, конечно, брала. И опять же, при заказе любых двух продуктов можно взять полотенечки со смешной абсолютно ценой. А маска вот эта летом я и не особо пользовалась. Ну, может быть, когда-то там и наносила, там точно не скажу. Но вот в холодное время года она мне просто очень нравится. Она разглаживает, она смягчает, она усталость с кожи снимает, я не знаю, насыщает ее. Великолепная маска вот для зимы. Для меня просто она the best. И здесь она опять будет. Очень интересный блеск. Вы знаете, огромное количество, конечно, у меня помад, блесков. Ну, это слабость. Это, знаете, наверное, для того, чтобы просто накрасить губы, достаточно, не знаю, там, ну, парочки помад. На вечер, на день, да, и все. А если хочется разные образы создавать, если хочется просто получать удовольствие, если открываешь косметичку и наслаждение, что ну есть чем накраситься, то это, наверное, уже просто любовь к себе. И у меня однажды так вот очередной приступ любви к себе был, и я как-то прикупила себе блеск для губ «Хамелеончик». Очень интересный, чем он мне понравился. Вот бывают, знаете, помады, которые не идут. Вот. Розовый, например, это холодный оттенок, это не мой совсем, не совсем не мой оттенок. Но тем не менее, бывает такой макияж или такой образ, что как бы хочется накраситься розовой помадой и желательно бы накраситься. Но с учетом того, что розовые оттенки бывают разные, да, и более теплые, более холодные, нейтральные. Ну, в общем, называется только подбирай. Чем интересен этот блеск? Он бесцветный, если его вот так выдавить. Но когда он наносится на губы, он окрашивает губы в розовый цвет. Причем, если я нанесу этот блеск или вы нанесете этот блеск, то окажется, что он смотрится совершенно по-разному. С учетом вот именно моих собственных особенностей или ваших собственных особенностей, он проявится именно в том полутоне, который подходит именно вам. Представляете? Потрясная вещица, если вы любите экспериментировать с макияжами, с образами, вам нравится, может быть, просто розовый цвет, обратите внимание, очень интересный блеск. Ну и за счет того, что губки сами по себе окрашиваются,
Это долго-долго-долго играющий макияж называется, да? Вы можете кушать смело, губки у вас все равно будут розовенькие. В общем, палочка-выручалочка, очень часто и густо. Класснючий блеск. Меня просили сравнить туалетные воды Майред от Demi Moore и туалетная вода Mo by Demi. Вот такую. Разные ароматы. Они... Это разные ароматы, по-другому никак не скажешь. И каждый по-своему интересен. Вот эта водичка, вы знаете, вот я всегда говорю, аромат — это образ. Вот тут это золото, ты на виду, сказка. Это, знаете, не когда Золушка пришла на бал, а когда королева пошла в зал, где ее ждали все придворные, князья, графья и так далее. И вот эта вот вода, она вот такая. Вот, знаете, когда зал, тебя все ждут, и ты приходишь, но ты при этом королева, ты не Золушка. Вот такой интересный аромат, очень... Вот ощущение дорого, изысканно, сияние какое-то. Вот такой интересный аромат, очень такой дорогой, богатый, необыкновенный. Но Майред другой. Вот. Поэтому тут, конечно, лучше протестировать себе на кожу и посмотреть, какой вам больше подходит. И на него очень классная, опять же, скидочка идет, аж 131 гривну, почти 420, а тут 289, огромнейшая скидка. И здесь идет скидки до 60%, и коллекция для тела. Я взяла показать вам этот крем. Я, вы знаете, не могу сказать, что я без кремов для тела не могу, я ими пользуюсь, потому что я понимаю, что если я не буду ухаживать за телом, то у меня будет и лицо стареть быстрее. Поэтому я пользуюсь. У меня кожа не сушится, но тем не менее я пользуюсь вот для сохранения молодости. У меня не один крем, но вот этот я, если честно, не ожидала, вы видите? Он у меня, в общем, самый популярный. И вот у меня стоят баночки с кремом в руках. Раз за этим, раз за этим. Мне нравится у него запах. Он нежный, такой изысканный. Ненавязчивый абсолютно, очень приятный. У него это вообще масло, это не крем для тела, пишется именно масло для тела. И я вот его нанесла на руку, он не жирный. У меня кожа довольно жирная, и он... Очень такой приятный, и он не оставляет жира на коже. Он впитался, и кожа не масляная, ничего. Вот она классная. Вот. Поэтому мне, конечно, вот эти качества даже приятно наносить вот на кожу. Поэтому мне очень понравился вот этот крем. Ну, масло, если быть точным. Поэтому обратите внимание, если еще не брали, обратите внимание. Мужские ароматы, огромное количество женских ароматов. Взяла вам показать несколько мужских ароматов, которые будут тоже со скидочкой. Называется он Flamboyant. И как вы видите, у мужа, он, ну, у моего мужа парфюмов, наверное, не меньше, чем у меня, и он у него пользуется хорошим спросом, он, наверное, чаще всего пользуется именно им. Это здесь аромат роскоши. Здесь древесные ноты из... Видите, нравится не только мужу, и мне тоже нравится. Это аромат роскоши. А если, к примеру, у вас мужчина любит приключения, он не сидит на месте, ему надо обязательно, я не знаю, на охоту, куда-то там, на сафари, еще куда-то, в общем, такой вот он у вас активный очень, то Voyageur. Тоже, вообще, я обожаю мужские ароматы в Oriflame, потому что, ну, все, какой они, все обалденные просто. Шикарный тоже аромат. А есть еще версия такая в холодной гамме цветовой. У меня недавно было Voyageur Spirit, по-моему, называется. И я была у папы. Папа, говорю, пап, чем ты пахнешь? Он Voyageur, по-моему, Spirit. Потом через несколько дней опять, пап, что за аромат? Все тот же. Поэтому обратите внимание и на этот, и на такой же, но в холодной гамме, потому что ароматы, конечно, великолепные. И на подарок такой, я думаю, очень приятно получить. Кстати, очень часто я слышу, переходят с французских парфюмов на наши парфюмы, потому что я не вижу разницы, а зачем платить больше? Это во-первых. А во-вторых, с учетом того, какой у нас огромный рынок подделок, это просто вплоть до того, я вот и на YouTube тоже видела видео, ну, не буду называть, да, сеть этих магазинов дорогой косметики.
Потому что, ну, подделка, да, и да, да, у нас подделка, ну а что делать? Типа это нормально, поэтому, конечно, с парфюмами надо сейчас очень аккуратно, аккуратно и аккуратно. Вот опять же, Найти Форс, вода мужская. Ой, я не знаю, она, наверное, среди мужских, вот моя самая любимая, она на меня действует каким-то абсолютно магическим образом. Мне она просто манит, влечет. Потрясающая водичка, классная. Появилась новинка, опять же, в коллекции Giordani. Губная помада, сапфировый блеск. Вы знаете, у нас уже есть... с желтым бриллиантом, а здесь сапфировый блеск, причем пудра белого сапфира. Я, если честно, не подозревала, что и камень такой есть. Оказывается, есть очень-очень дорогой, и здесь губные помады, и здесь есть пудра в шариках, можно как румяна, можно на лицо наносить, на декольте и везде, еще и кисточка в подарок. В общем, как новые помады, у меня очередной соблазн, они не заканчиваются, помады. Я вот так держусь, потом раз и сорвалась. Вот как в видео «Страсти по помаде» было у меня такой срыв конкретный по помадам. Вот опять сейчас смотрю, и вот хочется, конечно же, очередную помадку. Очень красивые такие яркие, насыщенные оттенки. Классно. Ну и на следующей страничке помада «Желтый бриллиант». Пожалуйста, хотите белый сапфир, хотите желтый бриллиант, любой каприз. Приятно. Ой, опять очередной соблазн. На страничке 125 тени для век 100% цвета. Мне, кстати, очень нравятся эти тени, бесподобное качество, отлично наносятся. Вот и сейчас у меня тоже вот здесь вот как раз золотистый оттенок. Новых 3 оттенка. Но если к серебру я так спокойно отнеслась, у меня огромное множество серебристых теней, то вот дымчатый индиго, хотя у меня есть такой оттенок, но этот какой-то вот он не такой. А уже лунный серый, это просто что-то потрясающее, так необыкновенные абсолютно оттенки. Ну и, конечно, соблазн сразу же на эти теньки. Ха-ха-ха. Есть, огромный, потому что потрясный. Такого у меня нет. Вау. Только заметила. Зубная нить Optifresh. 50% скидки. Паста 50% скидки. Для чувствительных зубов, между прочим. 12,90. Отличная цена надо будет взять. И зубная нить 19,90 вместо 39 гривен. Великолепно, просто великолепное предложение. Обратите внимание. Ха-ха, носочки. Ой, носочки обалденные, мягенькие, тепленькие. Конечно же, очень порадовали, что они их сюда включили, потому что они мне очень нравятся, они тепленькие, они такие классные. Ну и последние странички называются «Для тех, кому нужны подарки». Потому что, ну, опять же, мужчинам что-то приобрести, это, конечно, девочкам легче выбирать подарки. И вот для мужчин варианты. Туалетная вода 115 мл, ну вот у моего мужа такая есть. Причем цены смешные, 55 гривен, ну как, за полцены 55 гривен, да? И она большая, здесь, конечно, нету распылителя, но очень многие мужчины как раз вот для них это счастье вот так вот поделать. И к нему гель для душа, например, из этой же серии. Или, пожалуйста, Infinity Rich. То есть, ну, абсолютно любой комплект. И все вообще ароматы великолепные. Выбирай любой. Шикарный подарок. Гель для душа, туалетная вода. И за такие деньги почему бы не взять. Еще одна страничка с соблазнами, конечно. Каждый раз. Ой, не могу, декоративка, это, конечно, моя слабость, обожаю это, просто люблю. Столько радости мне это доставляет. Матирующая компактная пудра, блеск-контроль. Есть у меня пудры, две компактные, есть рассыпчатая, плюс в палетках у меня есть. Но бывают ситуации, когда надо, чтобы кожа максимально матовая была. И пудра блеск-контроль, мне кажется, уже все об этой пудре знают, но если вдруг по каким-то причинам вы еще не знаете, насколько я знаю, аналогов просто никто найти не может, потому что она великолепно матирует, она не засаливается. В общем, обратите на нее внимание, если вдруг вы еще ее не брали, никогда не пробовали. Пудра, конечно, шикарная. И вот я вот на нее поглядываю, и цена, опять же, 98, 49, 90,
50% практически. Однозначно, наверное, я ее буду брать. Ну да, почему бы себя не побаловать? И еще опять соблазн помады. Ну вот вообще держаться нету сил. Я не взяла помаду 3 в 1 3D соблазн. Но зато мои подружки, лидеры, коллеги... Вы знаете, кстати, если бы не Арифлэм, никогда не подружились с ними, а сейчас такие замечательные люди, подружки, дружим очень. Вот. И, кстати, благодаря YouTube я тоже познакомилась со многими и тоже подружилась, причем с девчонками совершенно разных городов, очень приятно, классно, здорово, если бы не Арифлэм, да? Вот. Так вот, помада 3D Соблазн, как она красиво смотрится на губах. Но 4 грамма, это ж ее хватит. И, в общем, у меня уже, видите, руки чешутся на нее уже давно. Я каждый раз так, классная помада. Поэтому, если у вас не 115 помад, вдруг, как у меня, то обратите на нее внимание. И на последней страничке, то, что однозначно буду брать, бальзам для губ, сладкий миндаль, крем для лица и тела, вряд ли, а вот бальзам возьму, потому что был похожий, во всяком случае, вот внешне, из этой же коллекции, но без масла миндаля, зимний в том году, и великолепный был, и я брала его потом по распродаже дочки, он, знаете, он не тягучий, он скользит легко, он легко наносится, он прекрасно смягчает, увлажняет. У меня дочка в полнейшем восторге от этого бальзама, и я в восторге. В общем, однозначно и этот буду брать, потому что у меня такое ощущение, что это вот будет то же самое, но с большим количеством витаминов, еще и с миндальным маслом дополнительно. Поэтому это то, что буду брать по-любому. Ну и последняя страничка. Я обожаю вот эти все пихтовые ароматы. Класс, мне очень нравится. И здесь крем для рук и мыло елочка. Ну вот как не взять? Конечно же, надо брать. Кстати, прекрасный милый сувенирчик, да, тоже или мыльце, или кремчик, или комплекты. То и то, одного аромата, приятно пахнет. И совершенно смешные, ну, 20 гривен. Это сколько? Меньше 2 евро, да, получается. Поэтому... Прекрасно, мило, приятно. Можно всем своим коллегам, сотрудницам, в общем... Обеспечить всех, называется. Класснючий каталог. И такая интрига в конце каталога. Вы же знаете, да, в конце каталога всегда такая маленькая картиночка, обложка следующего каталога. Я вот здесь смотрю на эту обложку. А здесь написано просто «Скидки», понимаете? И все, и больше ничего. Я такая, или засекречена картинка. Или такая большая скидка, очень же нам все 15 копеек. В общем, заинтриговали, конечно, очень сильно. В общем, вот такой каталог, масса радости и приятности, потрясающие подарки, выгодно, главное, очень. И приятно. Спасибо, что были со мной, пишите отзывы. Мне очень нравится, когда, знаете, получается такое живое общение. И вообще спасибо вам, вы такие классные, вы знаете, благодаря вам я столько приятных моментов переживаю, такие слова приятные, что только стоит, то за цвет волос, то за возраст вообще. Так, спасибо, девчонки, очень приятно, что вы смотрите канал, что вы такие открытые, искренние. Огромное-огромное вам спасибо, благодарю. И вот если вдруг вы думаете... Арифлэйм, это интересно, а может быть мне зарегистрироваться, или может быть вы покупаете где-то эту косметику, но у вас пока еще нет своего регистрационного номера, да, своей карточки дисконтной, чтобы вы могли в акциях всевозможных участвовать, в подарках, ну и так далее, и так далее, и так далее, или просто элементарно экономить, пишите мне, я и в социальных сетях есть ВКонтакте, и в Одноклассниках есть, и электронный адрес у меня выложен, и страничка у меня есть, веб-страничка, туда тоже можно зайти, зарегистрироваться. В любом случае пишите, с какой бы вы страны ни были, я вам помогу оформить и дисконт, будем общаться, будем дружить. И спасибо, что были со мной, пока-пока!